Сегодня я купил эмаль универсальную от фирмы Слайдер Кала. Эмаль белая, стоит 57 гривен. Это 2 доллара. Сделано в Украине, Харьков. Тут рассказано, как ее взболтать, нанести, ну, в общем, понятно. 400 миллилитров. Раз и чекаешь. Так, короче, вот она какая. Чуть-чуть только. Короче, чуть-чуть брызнула. Хорошо, что они на объектив. Все, дальше брызгать я не буду.